Вот. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Юрий Азаровский. Всем привет, Черноморске. И сегодня с нами Ксения. Мы идем купаться на море, правильно? Правильно. На календаре 30 октября 2023 года в Анапе, по прогнозу, сегодня плюс 22 тепла. На солнышке, я думаю, что уже даже побольше будет. Ну, видите, в каком формате одежды можно было шорты, шлепки одевать. Вообще, погода радует, ветра практически нету. На море, я думаю, что будет штиль. Ну, а мы находимся на улице Калинина, 2А. Приехали здесь, припарковали машину, благо парковочных мест здесь хватает. И пока парковка еще не стала платной. И идем к набережной. Приглашаем вас на прогулку по Анапе, ну и искупаться в море. Мы ждем еще одного гостя, он должен чуть-чуть попозже подтянуться. Уже ждет такси и выезжает к нам. У нас постепенно Анапа окрашивается осенними красками, особенно после того, как прошел дождик, посмывало лишнюю листву с деревьев. Все очень красиво, особенно в таких вот местах старинной Анапы. С левой стороны у нас маяк, санаторий называется. С правой стороны у нас, по-моему, Малая бухта относится. Могу ошибаться, не буду, как говорится, вдаваться в подробности, потому что там территорию перенарезали, и непонятно, кто к чему, кому же как относится. Раньше это было одно, теперь совершенно другое. Вчера в Анапе тоже была великолепная погода, шашлычная, так же, как и сегодня, я называю, потому что нету ветра, можно выходить на берег моря, жарить шашлычок, но мы занимались ремонтом машины у Максима. Чуть попозже будет видеосюжет, у меня машину вообще кто-то кислотой облил, к большому сожалению. Такое происходит у нас. Очень обидно, не знаю, за какую именно деятельность, слишком много я там в разных местах отставил всякой правды и правоты, поэтому даже не знаю, откуда прилетело. Ну, хотя догадки, конечно же, есть. В общем, посмотрите видео, видите, как машина пострадала. Здесь у нас одно из красивейших мест. Зеленый такой сквер, выход к набережной. Она по с левой стороны сезон. Здесь фудкорт организовали. Дальше у нас спортивная площадка, бесплатный туалет имеется. В общем, довольно-таки интересная концепция. Здесь набережной есть качельки, на которых можно покачаться. А также люди, которые гуляют, наслаждаются понедельником в Анапе. Я не представляю, сколько людей вчера было в выходной день. Если даже сегодня, можете увидеть, люди гуляют. Причем у всех такая разнообразная одежда, маечки. Тут вот с яичком сидит, смотрит на морешко. Море кристально чистое. И люди купаются. День добрый. Идем искупаемся. Обязательно. Давай, приходи. Обязательно. Ну, я чуть-чуть сюда поближе. Люди там купаются, здесь нас зовут на купание. В общем, хочется в море? Ты видишь, как люди купаются, как их хорошо. Им кайфово. Странно, что движение вот этого транспорта по набережной у нас запрещено. Здесь стоят они и сдаются в прокат. Сколько людей уже пострадало от этих маломобильных средств передвижения. Это прям обидно. Работают разнообразные ресторанчики. Даже, честно, не был здесь. Сад у моря называется. Местечко это. Продают всякие предметы сувенирные. Pink кофе. Вот розовый кофе предлагают. Ну, чего-то только нет, ребятки. Для меня такая самая большая гордость этих мест — это вот этот памятник нашего СССР времен. Это осьминожек. Его привели в порядок, отсыпали, сделали скамеечки на нем. И он теперь продолжает украшать нашу набережную. Смотрите, какая красотища. Выходим на новую набережную, а здесь просто нереально. Лето, друзья. Залитое солнечным большим количеством людей. Понедельник. Анапа. Вот это да. Я честно в восторге. А вы? Посмотрите сверху, друзья, с новой набережной, сколько здесь людей раздетых только что. Массовые заплывы были. Сейчас ниже спустимся, там, думаю, вообще прям кайфанете. Красота. Так что Анапа, залитая солнцем, а завтра будет еще жарче. Просто представьте, еще жарче, чем сейчас. Это очень классно, когда такие моменты у нас происходят. Хочется, чтобы их было, наверное, даже побольше. Давайте заглянем еще в эту сторону сверху. Думаю, что надо спускаться к морю. Посмотрите на этого котофея. Кс-кс-кс-кс-кс. Даже не работает. Кс-кс-кс. Просто загорает себе на солнечных лучах. Красавчик. О, голосистый какой. А? Анапские коты. О, типути. Все, счастье.
Я тебя глажу от всех наших подписчиков, которые хотели бы тоже вот так лежать на анапском солнышке, сейчас загорать. Думаю, что им было бы всем хорошо. О, все. Коты сдался. Спускаемся вниз к берегу. Здесь такая лесенка есть. По ней, так сказать, очень удобно передвигаться. На промежуточном этаже есть лавочка тоже с невероятным видом и красотой. Тоже загорающий, да? Такой хороший. Красавчик. Классно, послушай. Отлично. И шикарный вид на морешко. Здесь мало бухты и зимний пляж. Это можно его посетить, по-моему, 300 рублей стоило посещение этого бассейна. Заходите тоже с видом на море, купаетесь в бассейне. И вот оно, наше любимое морешко. Невероятная красота, которая открывается с этого балкончика. Ну и обратите внимание на людей, которые здесь сейчас ловят солнечные ванны, морские, в большущем количестве. Ветра нет вообще, очень тепло. У нас здесь находятся две бани. Одна с левой стороны, называется эгрегор, и другая вон там с правой стороны, у Юры банька. Мы пойдем в эгрегор, она просто чуть более, так сказать, уединенном месте находится, там людей побольше находится в той баньке. И там, по-моему, по деньгам подешевле было. Честно, давно уже в баню не ходил, даже не знаю, сколько они сейчас вообще стоят. Не знаю, я прям тащусь, когда вижу людей загорающих, особенно в это время года. Я думаю, что сейчас всем будет очень интересно узнать, какая температура водички. Вода здесь, ну, очень чистая, прям кристальная. И людей немного. Это что еще надо в таком сезоне отдыха? Воздух у моря у нас показывает 21,9. Было 22 только что. С прогнозом совпадает. И замерим сейчас температуру. Температура моря 18,7. Шикарная водичка. Купайся еще не хочу. Так, у нас замена в компании. Ксению меняем на Евгения. Здравствуйте. Рассказывай, как оно вообще у тебя тут в Анапе происходит? Слушайте, вот на самом деле погодка изменилась в лучшую сторону. Температура повысилась. Вчера искупался, вот сегодня, я думаю, что планируем. Собственно, вот весь пляж, что тут говорить. Да. Сидит, отдыхает, загорают. Это приезжайте хорошо. Быстрее в течение двух дней. В Витязе вчера много людей на пляже было, нет? Кстати, видите, пустые пляжи. Вообще никого нет. Абсолютно. То есть, ну, люди как бы гуляют, но вот 2-3 человека купалось. Ну, такие, видимо, уже специалисты в этом вопросе. Хотя вода, еще раз говорю, вот я сначала зашел, вроде холодно было, но ветерок стих, мешают волны, потому что волны действительно были вчера. Ну, вот я видео, фото кидал, как бы, ну, до конца зайти не получалось. Ну, поплескаться, да, погода хорошая. А сегодня идеально, просто идеально. Невероятная красота. Ну что, пойдем посмотрим, что там в банке. 1 час 402 часа, 600, есть какие-то клубные еще карты, то есть подешевле. Индивидуальное посещение 2 часа, 5000 рублей. Балотный час, 2500, это в отдельности, если приходить. Все больше и больше и больше людей. Прям красота. Здравствуйте, как вас зовут? Я Аланта. Аланта, расскажите нам про свой вот любовь к Анапе, вот так с вами общаемся. Я из Владивостока приезжаю на лето, ну в этом году осталось вот подольше уже, вот считай, ноябрь. И так люблю Анапу, у меня город очень красивый, Владивосток. Я мечтаю там побывать. Красивое море, просто какая осень, красивейшая осень. Ну я не могу уехать отсюда, но я так люблю Анапу, я тут просто счастлива. Прекрасные слова. Такое море. Все цветет. Просто нет слов. А в Владивостоке не цветет? Уже не цветет. Уже все опало. Уже унылая пора. А чьи очарования? То есть у вас там краски осени присутствуют? Все, они уже... Здравствуйте. Уже все, все, уже красок нет. Уже все... Совсем зима получается? Все опало. Понял. Листвы уже на деревьях нет. То есть вы у нас на всю зиму планируете? Ну... Не на всю зиму, я уеду, но
до 15 декабря нету билетов. Ага. Мне сказали, что все уже разъехались. Как это билетов нет? Но билетов нету до Москвы. Вот, посмотрите на наш пляж. 30 октября понедельник. Это не выходной день. И просто я понимаю, что люди как бы у нас есть. Ну, дай бог вам, самое главное, хорошая погода и хорошее настроение от души. Сам под банничек. Как банька? Хороший там жар? Так вот, и переодеваемся. Прежде чем пойти в парную, я предлагаю сначала занырнуть в море, а потом уже все остальное. В общем, по 600 рублей с человека, то есть 1800 на 2 часа на троих нам вышла баня. Ой. Бери его с собой купаться в море. Ну что, давай, Ксения, мы на тебе испытаем море. Нет, как там? Не на мне. Давай. Я не захожу первое. Нет, все. Вот, давай мы Евгения попросим. Море. А! Скользко, будьте аккуратны. Да, вот, давай. Давай, ныряй сразу. Если ты будешь стоять, ты не зайдешь 100%. Потом Ой, сразу в баню греться. Давай, не бойся. Да, да хоть ногой наступи туда. Первый. Давай, так, давай, я, давай. Я вчера плавал уже. Давай, ну покажи, я да боится первый просто заходить, я чтобы снял. Ох и нарвот. Да что вы такие трусички? Заползай. Я потом давай мы тебя снимем, ты первый пойдешь. О, все, давай. Просто разговоров больше. Да, да, время идет. Смотри, что, да? Ой, самое главное, да, не попало в кадр. Ты не снял? Ой, я... Идем, идем, давай. Что теперь? Стоп, подожди. Давай, любимого загоняй. Прям мне, кидаю так. Да, хочешь камеру в воду кинуть? Давай, давай. Ну что, давайте. Там вперед. Ой, вода теплючая. Лето, вы понимаете, жара. Заходите. Я каждый день не вывезу. Да заходи. Давай. Потом сразу в баню. Вода реально теплая. Погода летняя. Да давай, не бойся, самое главное страх побороть. Нет, бочка теплее, ой, это холоднее было, там 15 было, давай. Ну это подкормиться, прыгай и кушай. Да давайте, хлеба что ли не видели? А я, кстати, песочек люблю, вот что я. Женя, Женя, да заходите, не позорьтесь. Давай, давай, говорите. Вот, покажите, как надо. Но это после бани, это нечестно. И оттирать нежелательно. О, попилел. Вот так заплыл, так заплыл. Давай уже. Так и надо. Да нормальная вода уже, все. Да нормальная, давай. Давай, резко нырнул и пошли греться, давай. Ты ж могла. Поздравляю тебя. 10 октября ты купаешься в море. Слушай, они какие скользкие, блин. Там намазать, конечно, вот есть тапка удобная. Водичка. Все-таки после баньки лучше, да? Ну все, можно идти в баньку. Ну, давайте занырнем, пока я... Ну вот сухой. В общем, лето в Анапе. Ну и что, хочешь побегать? Ну, прохладненько. Ну не холодно. Вода классная, это они все выдумывают, ребята. Очень теплая и хорошая. Я воды никогда не купалась. Когда, грубо говоря, буквально полторы минуты, да, и класс. То есть она так начинает тебя разогревать, вот эта вода. Да. Да, когда стоишь по пояс в воде, она прям разогревает тебя. Не в том месте, надо нырять. У меня нормально все. Она все... Правильно. Ну, камни, конечно, вообще. Ой, как хорошо. Че, мы идем в баню? А, в баню еще надо? Я думал, ну просто за то, чтобы переодеться. Давай уже говорит. Отлично, я после баньки заползу. Главное, выбор. Помахать ручкой. Вас как зовут? Галина, Красноярск. Ой, вам тоже хорошей баньки и отдыха от души. Ну что, Ксюша, пошли впариться. Погнали погреться. Все сразу запотело. Божественно. Да, особенно снизу. Так, ты сейчас еще не будешь париться, а буду вообще прям угорать. Очень хорошо. У нас тут уже всю гонит в море. И давайте быстрее. Мы первый раз зашли.
прям хорошечно. Единственное, что там сейчас чистили дымоход немножко до этого, и угарный дым, то есть его прям расколбасило. 17,7. Тепло, жара, лето, Анапа. Людей, давай сразу сходу. Вот так вот. Видел уже все, все, что научилось. Да ну его нафиг. Давай. Мы тебя верим. Давай, 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 пошел, пошел. Да ты что, не тяни, не тяни. Ломать буду. Так, ага, ногой еще, мне помнится. Давай, 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 пошел, пошел. Да ныряй ты. А, кстати, слушай, вот после бани она прикольнее вода. Серьезно? Да, вообще вот попробуй. Прямо отвечаешь. Прямо вот сюда. Это хорошо. Так. Ну и мы. Но до пояса. Но до пояса, потом все печально. Сразу надо. Вот это кайф. Я вот солнышко. Ты давай расслабляйся, лежи на спине. Юра на ручках. Пупсик. Держи. Маленький бейбик. Приберемся. Это большой малыш. Очень большой. Ну что, мне даже поднять тебя? Да ты меня так топишь. Да как я тебя потуплю тут? Глубины нет. Куда ты? А с кем ты дышишь? Сейчас наблюдаем, здесь еще дельфинчики. Там рыбаки сидят. Дельфин ныряет. Ну, он мешает рыбакам на самом деле. Ставритку кушают и другие рыбки, которые сейчас идут. Мимо нас проплывают отдыхающие. В общем, лето в Анапе. Ксюха прониклась, выходить не хочет теперь, да? Секрет раскрыт, это новые камни положили, на них попадает когда вода, там кто-нибудь подливает никуда, и получается печалька прям. Уносит какие-то испарения никуда. В общем, второй раз. Шикарно. Море Анапа. Я буду навсегда твоей малышкой. Приезжайте к нам обязательно, Женя, это сказка потом. Давай, беги, Женя, беги. Это не мой язык, понятный абсолютно всем называется. Беги. Беги. Давай, давай. Там, понимаешь, ты будешь километр идти будет по пояс, ныряй. А, там... Глубины далеко нету, да. Тут смысл именно в том, что нырнуть надо сразу. Я нырну сразу. Давай. Тут новшество, видите, тоже есть душевые. Да, раньше мы там экстрим ведром поливались, теперь вот душевая кабинка. О, шикарно. Птичка играет сверху. Тут на кисю вам хочу показать, вот эти как пристроился. Самый красивый котик, да? Хозяин здешний. С ошейничком. Самое интересное, друзья, происходит наверху, наверное, да, играет музыка, там ребята поют. Сколько людей в море просто купаются, наслаждаются. И при этом вот такой вот теперь контраст. Мы заходили, здесь не было столько отдыхающих и загорающих. И вот вам лето в Анапе, продолжается 2023 год, 30 октября. Круто. Посмотрите на это. При этом солнышко еще поджаривает. Температурка 27 на солнышке. Это
прям, ну, очень хорошо, особенно тем людям, которые могут вот так вот лежать, загорать в понедельничек. Женщины, кстати, в бане жаловались, говорят, смотришь на мужчин, какие-то они тут слишком загорелые. Вот наши мужчины на набережных, прям очень загоревшие. Ну так, зовут своих мадам сердца, как говорится, пойдем с нами. Круто. Слушайте, 3 лета в Анапе, начало сезона 2024 года, хотя еще 23 не закончен. Морская банька, мы сейчас покажем вам вторую. Тут, кстати, у нас лифт работает, можно подняться сверху. Ты, кстати, лифтом пробовал пользоваться? Знаете, какой кайф? Короче, ты сверху заходишь, опускается, тут вот открывается дверь, и ты смотришь море. Классно. Вообще. Классно. Да. Не так уж и много здесь загорающих, но тоже присутствует. И посмотрите, сколько людей в море купается. Красота. Тут уже другая сторона. Наблюдаем людей, которые здесь на отдыхе. Море в удовольствие. Здравствуйте, наши люди. Это хорошо. На отдыхе встречать дорогих отдыхающих, которые нас знают. Ну, либо живущих у нас в Анапе. Это тоже приятно. Тут немножко по-другому выглядит берег. Ну, в бане движ тут тоже очень большой. Банька тоже очень хорошая. Здесь я смотрю, что есть экстрим ведро. Самое главное, что тут было, можно было попротягиваться. И на улице наделали переодевалочек. Я давно в нее не ходил. Надо будет тоже обязательно забежать. Морская баня. Давайте, кстати, почему-то убрали. А, вон туда перестали, где можно подтянуться. Здесь. Цена 300 рублей. Для пенсионеров вход. В общем, такие цены. И вот можете увидеть как раз таки экстрим ведро и душевые тоже. Здрасте! У меня вчера день рождения был. С наступившим вас! Здоровья, счастья, долгих лет. Это вы продолжаете отвечать, да? Пойдем к нам, не, я пошел. Спасибо большое за приглашение. Вам всего хорошего, девочки. Так можно не уйти вообще. Здравствуйте. Еще, кстати, я вот этих навесиков здесь не видел. Давно я тут не гулял, короче, ребятки, я вам так скажу. А тут развитие пляжа у всех произошло. Тоже купаются все люди. Это наш анапский яхт-клуб, виндсерфинг. Одна из первых банк, кстати, была на берегу. И морешка выглядит. Сейчас мы сходим на пляж Высокий берег, который называется. На сквозную, да, прошли. И это пляж у нас Высокий берег. Но я хочу сказать, что мне кажется, по концентрации людей на том пляже было побольше, потому что он такой поменьше сам. Здесь же люди порастягивались. Волейбольная площадка уже свернулась. Лежачки тоже все заняты. В общем, в Анапе лето продолжается в полной мере. И здесь очень много людей на купаниях, на одном из самых оборудованных в летнее время пляжей. Происходят тоже массовые загорания из-за пуду. Ай, народу главное не упасть. Вот такая красота, ребята. Нам по 30 октября. Завтра будет еще жарче. Приезжайте, если есть возможность насладиться нашим морешком. Тут немножко как-то люди растянулись, и поэтому более свободно. Самолетики у нас летают. Не разбираюсь в них, но тут тоже интересно. Такой довольно-таки на вид. Можно поспать на пляже. Все так сразу самолет. Разглядывают. Раньше, когда они летали каждую минуту, на них вообще никто даже внимания не обращал. Сейчас же самолет диковинка. Красота. Она поморочка. И люди отдыхающие. На нем привлекает, наверное, еще больше других людей, потому что те, кто мимо проходит, спускаются вниз и тоже ложатся загорать. Здесь один из самых, кстати, популярных пляжей для зимнего купания. Но сейчас оно летнее еще. Зимой, как говорится, еще и не пахнет. Круто. Лежбище довольных людей. Отдыхающими не могу назвать, потому что, мне кажется, все-таки здесь очень много тех, кто поприезжали сюда непосредственно для проживания. Сейчас вот на пенсии, уже живя в Анапе, наслаждаются морем.
В общем, красота по-анапски. Туристов, ну, очень много. Посмотрим еще правую сторону. Здесь на пляже, кстати, есть переодевалочки. Даже если придете купаться, спокойно переоделись и пошли занырять. Здесь люди подальше сидят от берега. Ну, тоже лежаки пооставляли. Супер. Море, купание. И самое главное, что можно делать клевые фотографии, чем девчули занимаются. Говорят, давайте, сфоткайте меня. Как вам такой вот подарок природы, погоды? Работает, кстати, туалет. 25 рублей можно сходить. В общем, атмосфера отдыха по полной программе. Скамеечки поставили так подальше, потому что шторма заходит очень далеко на берег, чтобы не повредить их, ну и не убирать совсем, чтобы у вас была возможность отдохнуть где-то вот, на деревяшках. Прям кайфует народ. Круто. Там, я смотрю, ребята, холодоплавцы тренируются в заплывах далеко в море. А мы с вами прогуляемся еще сюда, граница пляжа. Ансената, высокий берег и опасная зона, проход запрещен, камнепад. Ну, прогуляться чуть можно, если осторожно, как говорится. Тут водичка, кстати, сразу бац, гораздо давай чище. И даже песочек. Вот такие моменты. О, пляж этот убирают тоже ребята, которые работают на пляже Высокий берег, за что им огромнейшее спасибо за чистоту. Здесь установлены даже мусорки. Ну, все остальное зависит уже от посетителей этих пляжей. Хотел, чтобы все сохраняли чистоту вокруг. Пляж неофициальный, но при этом довольно-таки популярный. Вот эти вот камушки очень часто падают. Так что будьте осторожны, внимательны. Мы в начале сезона тут по традиции наводили порядки тоже. Здесь убирали мусор. Сейчас он все-таки опять тут немножко появился. Пучка нажарили. Шикарное времяпровождение. И место для этого тоже великолепное. Тут ребята расчистили заходы в море от камней. И посмотрите, как тут можно великолепно купаться. Дальше вы видите забор, который не видит администрация и все остальные наши ответственные за выполнение законов в городе, который мешает проходу дальше. Там платный пляж находится в Анапе. Такая печальная история, к большому сожалению. Ну и выходим с вами на мол. С правой стороны у нас видно все наше побережье песчаное, черноморское. А в эту сторону у нас каменные пляжи, малая бухта и же с ними. Здесь огромное количество рыбаков. Ну как, человек 5-6 точно ловит. Охотятся. Ставрика, сарганчик сейчас есть. В общем, развлечения очень классные. Что вы тут залипли? Это бомбарда для саргана. Потому что-то еще на нее ловится. Это пильки, ребятки, маленькие блесны. Девушка с бамбуковой удочкой и в панамке. Это прям круто. Она что-то ловит. Так, друзья, последний взгляд на весь пляж сверху. Красотища. У тех, кто здесь находится, удовольствие. Ну и на набережной. Здесь тоже очень-очень классная движуха. Атмосфера, ну, реально летняя, только здесь люди более тепло одеты. Невероятная погода 30 октября, да? Это явно вам, ребята, не Москва, не Питер. Что такое у человека нет? Все, ну подтянись разочек, давай. Ну давай. Давай, один раз. Подтягивайся, подтягивайся. Мой самый нелюбимый, кстати, снаряд, между прочим, был. Кольца? Я не могу на нем. Сейчас. Ребенку. А да, я разочек попробую, получится у меня. Я? А почему бы и нет? Молодец. Один ноль. Блин, надо научиться этот выход с переворотом делать.
попытка еще разочек. Только ты подальше отходи, чтобы видно было. О! Вот так вот. Прилетел. Вот я что переживал, что соскочу. Ну, жив-здоров. Ну, короче, у каждого свои процедуры. Это точно. Юра вроде жив-здоров, это хорошо. Ну что, дорогие друзья, мы поехали дальше. В Старый Хинкалыч съездим там. Евгений говорит, пойдемте что-нибудь съедим. Всем спасибо, кто был с нами сегодня. За прогулочку, Женя. Тебе компания благодарим. Че? Привет. А, жене там передает, дочери там привет. Москвичам девочки, всем я привет. Очень, как вы видите, скучаю. Вот. И очень надеюсь, что вернемся целыми и невредимыми. Короче, скоро буду. В общем, один день еще. Все. Отлично. От меня всем светлого, ясного, прекрасного, ребятки. Пускай в вашей жизни будет все великолепно. Приезжайте в Анапу, отдыхайте, наслаждайтесь. И пусть получаются только самые лучшие моменты у вас. Всем пока.